Протягиваем выпуск. Активисты БРСМ подвели выники деятельности у минулым годе и вызначили планы на 2017. Поширенный пленум прошел у Калинковичах. Подробности у нашем наступном сюжете. Удел у пленуме приняли керовники Центрального комитета БРСМ, секретары районных и галиновых комитетов, а так само первичных организаций. Сегодня у составе БРСМ амаль 80 тысяч человек, что складает 27% у гомельской молоди. Та молодежь, которая является нашим активом, для которой мы, собственно, и должны сегодня дать тот посыл, которого хватит на весь 2017 год. Это наш проект «Цветы Великой Победы», который мы из года в год проводим в разных формах с молодежью. Также мы хотим обратить внимание в этом году и в 2016 мы особое внимание этому уделяем. Это волонтерское движение, потому что это, наверное, тот механизм, который позволяет воспитать в молодом человеке чувство ответственности, чувство долга перед Родиной. По инициативе с уделом областного комитета БРСМ в минулом году проведено больше за 1000 социально значных мероприятий, накированных на моральное выхование молоди, формирование активной громадянской позиции, пропаганду здорового ладу життя. Активисты организации примали удел у днях молоди на Славянском базаре, дне вышиванки, встречи «Открытый диалог» и акции «Беларусь – крыница натхнения». Особливую актуальность у год науки набыл проект «100 идей для Беларуси». Серед уголовных достижений – развитие студотрадовского руху. За минулый год працаулаткована больше за 14 тысяч человек. Мы работаем во Всероссийском детском центре «Орленок». Отряд наш состоял из 26 человек. Девушки работали уборщиками помещений, а мальчиками – благоустройством территории. Но в 2016 году за хорошую работу нам предоставили еще такие новые должности, как дежурные администраторы. Работали мы 2 через 2 по 12 часов в день. Было организовано также еще питание и проживание для нас в Орленке. Особливо означена деятельность археологического отряда на раскопках у Речицком районе и будовничего отряда на реконструкции детячей областной клиничной больницы. У конце пленума прошло узнагородживание активистов по выниках минулого года. Ганна Карльчук, Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».